Доченька, пора спать. А папа почитает тебе сказку на ночь. Про твоих любимых принцесс. Однажды мега-гига-богатая принцесса переехала в новый замок. Я поселюсь здесь со своими подружками-принцессами. Да уж, Кэролайн спит уже давно. Эй, спящая красавица, проснись. Мы переезжаем. Кэролайн! Проснись и пой, подъем! Почему не работает? Работает. Точно. Конечно, тут нужен поцелуй истинной любви. Нет, это не моя роль. Энди, слуга, ты же давно любишь Кэролайн? Вот твой шанс. Все, я уже проснулась. Привет, подружка. Я приглашаю тебя в свой новый замок. Там будет мини-гольф и спа-салон. Пайпер, моя богатая принцесса-русалка, одевайся. Что происходит? У меня арт-сессия. Мы переезжаем в мой новый замок. Не спи, Кэролайн. А где моя модель? Энди, ты остаешься за главного. А вот и мой шикарный замок. Вот этот? Это волшебный замок. За мной, принцесса. Ну ладно. Проходи, Пайпер. Чего не сделаешь ради дружбы? Вау, Лия! Здесь внутри намного больше места, чем кажется снаружи. Я знаю. А вот план нашей будущей трехъярусной кровати. Она будет стоять здесь. Нам нужно только собрать кровать. За работу, девочки. А я буду вами руководить. Аккуратнее, спящая Кэролайн. Вот тебе подушка безопасности. О, спасибо. То, что нужно. Она такая удобная. Нет, не спи. Сначала собери кровать. Это надо отпилить. Как успехи, Пайпер? Смотри, у меня получилось. Это табуретка, Пайпер. А нам нужна кровать. А, нужна деревяшка побольше. Кэролайн, ты опять спишь? Надень каску для защиты. Смотри, принцессы работают головой. А как из маленькой табуретки сделать большую кровать? Так не пойдет. Алло, нам нужна готовая кровать. И побыстрее. Я пересохла на суше. Конечно, подружка. Держи стакан воды. О, нет. Упс, что я пропустила? О, Пайпер, ты снова с хвостом. Ну, спасибо за душ, Кэролайн. Нам очень срочно нужна кровать. Алло, экспресс-трум-доставка. Вау, доставка и правда очень быстрая. Я займусь озеленением. Вау, свежая трава. И мои ноги как раз высохли. Наконец-то. Пожалуйста, девочки. А мне пора вздремнуть. Кэролайн заняла самую удобную кровать. А я буду наверху, Лия. Что ж, мне остается самый нижний уровень. Зато здесь больше места для моих богатств. Я придумала, как украсить свою кровать. Что за звук? Бархатная отделка. С драгоценными камнями. Вот это королевская кровать. Пайпер, давай тоже украсим наши кровати, Кэролайн. Я уже приготовила краску. О нет, крыша протекает. Ну вот, у меня снова хвост. Вау, Пайпер, твой хвост? Это настоящая магия. Кровать стала морского цвета. Да, точно. У меня нет такой магии. Зато есть талант дизайнера. Я закончила. Упс. Кисточка с розовой краской. Мои волосы. Они розовые? Кэролайн, что это? Это цвет моей кровати. Прости, Лия. У тебя же есть королевский стилист? А мне пора вздремнуть.
я нашла, чем залатать крышу. Терле? О, нет. Опять хвост. Из этой ткани выйдет отличный потолок над моей кроватью. О, я словно сплю на морском дне. Вау! Я тоже хочу такой декор. Посмотрим, что у нас здесь есть. Сетка мне не нужна. Ненавижу сети. Вау! А сеть отлично смотрится на потолке. Держи свой хвост при себе, русалочка. Прости, Каролайн. Розовый тюль для балдахина. Вот как должна спать настоящая спящая красавица. Неплохо. О, полет подушек. И Каролайн провалилась в сон. Сладких снов. Я тоже хочу украсить свою кровать. Слуга, преврати мою кровать в красоту. Выполняй. Ты спишь, Каролайн? Ничего. Я все равно расскажу тебе, как прошел мой день. О, Энди, покажи, что у тебя. Мне нравится. Приступай к работе. Ваш маленький королевский уголок. Осталось забить пару гвоздей. Что это за шум? Хватит стучать. Вот, возьми этот молоток. Он не такой шумный. И совершенно бесполезный. Отойди, Энди. Все приходится делать самой. Опять шум. Эй, Лия! Выключи шуруповерт. Но он делает праздник. Строительная вечеринка. Да, конечно. Это без меня. И что ей не понравилось? Все любят вечеринки. Вечеринка! Юху! Обожаю вечеринки. Что? Еще и пузыри от русалочки. Мне нужна природная защита от этого веселья. Прекрасно. Ауч! О, подушки! Я сделаю из вас мягкую стенку. Сошью подушки вместе. Моя гирлянда из подушек мягкая и удобная. Волшебные мыльные пузыри русалочки оставляют на стене красивые следы. Оу, привет, девчонки! Где мой мяч? Подвинься, замок. Что это? Землетрясение! Что там происходит? Уже ныряю к вам, девочки. Ты в порядке, русалочка? Идем посмотрим. Ты разбудил меня своим мечом. Никакого футбола возле замка. О, привет, красавчик. Что? Окей, посмотри сама, Лия. Я ничего не вижу. Кто-нибудь, подсадите меня. Не могу уснуть. Иди. Я сделаю ловец снов. На пяльцы для вязания натяну ткань-сетку и вплету ленты морских оттенков. Добавлю морских перьев. Морскую звезду. И рыбьи плавнички. С таким ловцом подводных снов я буду спать, как селедка в банке. А мой ловец снов похож на венок из леса. Деревянные бусины нанизываю на нитку, делаю кольцо и подвешиваю его на венок с помощью лент. Добавлю бабочек из фоамирана. И подвешу их на жемчужную ленту. У спящей красавицы очень много снов. Мой ловец снов сделан из золота и драгоценных камней. Куда же его повесить? Вот сюда. Пусть мне приснится богатство. Эй, Каролайн, смотри, куда садишься. Это моя кровать. Плыви к себе наверх. Окей. Кровать так высоко, а хвост такой неудобный. Ауч! Можно аккуратнее? Это не так-то легко, подруга. Окей. Смотри, что у меня есть. Теперь ты можешь легко скользить со своей кровати. Вау! И это еще не все. Подожди-ка. Вот канат, по которому удобно забираться наверх. Ну все, я сделала доброе дело. Можно и поспать. Эй, что это? Откуда вода? Прости, Каролайн. Это мой домашний бассейн. Тебе тоже не мешает освежиться. Упс, мой хвост. Опять ты?
Зачем тебе бассейн наверху? Лучше поставить его внизу и спускаться в бассейн прямо с горки. Вот так. Аквапарк, не выходя из комнаты. Ох, как же хочется спать. Шезлонг. О, спасибо, Пайпер. А можешь еще повеять прохладой? Идеально. Я тоже так хочу релакс. Эй, слуга, сделаешь мне массаж? Конечно, ваше высочество. Что это? О, да это же волшебное зеркало. Его только нужно немного украсить. Добавим мох. Листья. Цветы и всякую лесную живность. Мое зеркало словно выросло в лесу. Зеркало, зеркало на стене. Кто самый красивый в волшебной стране? Не ловит Wi-Fi? Понятно. Мне тоже нужно зеркало. Оно было где-то здесь. Вот оно, мое подводное зеркало из ракушек. Ну же, зеркало, отвечай. Это я самая красивая. А это еще что? Ух, зеркало, зеркало на полу. Кто самый красивый на этом балу? Это ты, принцесса Лия. Ставлю тебе лайк. А что скажешь про меня? Ты тоже самая красивая, принцесса Пайпер. Твои ноги лучше всех. Thank you. Бу. Упс. А что насчет меня? Ты самая красивая из всех красавиц. Ребята, а как вы думаете, какая принцесса самая красивая? Я принесла тебе чай, подружка. Спасибо, Кэролайн. А куда же поставить чашки? Нам бы не помешал стол. Есть идея. Стол в студию. Теперь нам будет удобно пить чай. Я уже спускаюсь. Приятного чаепития, принцессы.